Всем привет, с вами Зацепер, и прошлый ролик, который вчера вышел, не получился очень. И вот, сейчас мы видим хорошее качество, хороший телефон, да, не удивляйтесь. Ну, так, я вам все сначала расскажу. Давайте начнем внутри дома, вот. Пойдемте посмотрим. Такая вещь. Так сталкер играл, что-то вообще не было настроения кого-то. А вот сегодня должен выйти нормальный ролик. Здесь у нас вот так. Вот здесь. Помню, что мы на селе нашем, на даче или как там. Вот. Тут вообще какая-то... А я вам сказала, боссовый дом. Немножко так, да. Докрашиваем тут вот эту штуку. Вот. Давайте покажу. Вот, вот здесь наш рабочий стол, всякую фигню. Вот здесь я немножко помогал, да. Вот баррикада моя. Походу шторм надвигается, папа. Видите, вот там темные облака. Так вылезаем на улицу. И такой, опа-на, смотрите, какой гаражик. Какой цвет такой. Тут мы сделали себе вот такой, это соседа туда. Тут мы поставим новые стекла. Здесь тоже. Извините. Так, вот наша машина, да, он был. Мерсик. Что так и расчехалось? Да, ёпа. Вот, смотрите, вид какой. Вот этот дом. Опять на этой позиции нахожусь. Главная дверь. Гейт Б. Гейта будет. Там новую дверь поставим. Вот там. Я, кстати, на моем старом телефоне не мог. Аварийный вас. Вот отсюда заходим. Гараж наш. Вот. Я, наверное, покажу свое лицо до 50-100 подписчиков. Когда вы начнете подписываться. Вот. Для меня это не такое. Но я хочу немножко, чтобы вы как-то сделали мне мотивацию. Вот это мне... Я стараюсь для вас. Вот здесь у нас вот такое. Видите, вот эти... Металл. Вот тут мы сделали вот такие вещи. Вот еще одна. Тут, короче, будут и не двери вот такие, да. Сейчас. Вы увидели мою руку. Мусор. И у нас мы будем этот... Сейчас вам все расскажу, подождите. У нас использованы кирпичи, которые можно использовать. Я на новом телефоне. Ну, типа, он вчера привезли, когда приехал домой. Вот. Вот здесь мы будем делать наш новый дом. Вот здесь. А то это там ни для чего не подходит. Вот. Вот, сейчас пойду наверх. Ну, пишите, там хорошая камера, хорошее качество у меня получилось. Вот там мы еще придем. Надо вот здесь развалять и нам.
Для курник, на курник. Ой, блин. Так. Вот тут была стена. И вот там тоже. Мы ее сломали. Но не участвовал в этом. Я тогда не пришел здесь. Тут такое хорошее местечко есть. Потому что под дерево. Смотрите, как прикольно. Да, вот это развалятина. Мы где-то 15 минут и все, хватит. Ну, смотрите, что-то очень долго получится. Ауч. Я голову ударю об эту штуку. О, солнце появилось. Потом вам расскажу. Что это за надписи? Потом вам расскажу. Вы, наверное, сами поймете. Потом, когда лязу. О, тут место будет очень хорошее. А, вот. Кстати, второй этаж, мы вот этот этаж, который второй, будем удалять. Почему? Потому что там вообще этот дом на деревянной опоре. Ну, там какой-то вот такой. Я не понял, там не знаю, как на русском. Здрасте. Александр. Снимаем видео на YouTube. Ага. Смотри. Соседи новые появились. Тут соседа опять. Где-то вот там, походу. Вот гараж тут. Наш сверху. Вот. Сейчас. Второй этаж будем удалять, потому что... Ну, на деревянной опоре, да, какой-то там. Не знаю, как-то русского сказать это. Честно. Ну, вот этот дом, вот эту крышу снесем. Немножко поднимем, вот, чтобы как бы до сюда было. Вот, вот, вот. А, крыша, чтобы было на вот этой. Это мой папа большой. И вот, высокий. Ой. И вот. Мы сделаем повыше, это удалим. Тут как площадка будет вообще вертолетная. Наверное. Так. Тут нечего вам показывать там. Развалятина. Ой. Вы увидели мое лицо. Пиздец. Вы поняли, короче. Вот. Здесь щиток какой-то. Кстати, вот. Чем я хотел заняться, когда я пришел здесь, я просто не знал, что мне делать. У меня не было телефона. И вот. Результаты мои. SCP-9391. Вот там еще надпись. Не видно немножко. А здесь тоже. Вот в этом окне. Такой сейчас оборачиваю, бывает, ой, мама, не шею. Так, что вам еще показать? Мама, покажи свое искусство, смотрите, как мама сделала. Тут я говорю, такой прихожу и говорю, вот здесь не хватает фонтанчика такого. Приходит здесь такой, типа фонтанчик, вот. Тут наш груша. Груша недоспелая. Вот. Там соседка пришла, мама. Вот. А? Не знаю, там, походу, где более внизу, мой песик. Могу вам его показать. Ну, так, да быстро, да быстро. Ай. Давайте. Я посажусь, что ли. Вот такой у него
есть такая у него обойма. Вот на чем оно работает. У меня есть другой. Я его не выложил в YouTube. У меня есть видос. Но этот телефон у меня уже сломан. Ой. Вот здесь есть такое-такое. Подождите, поставлю обойму. И вот. Такой звук. Ну, наверное, вот этот фурнитуру вам хватает. Давайте я вам покажу, что здесь. Конечно, тут нету SCP. Вот. Видите? Мусор. Вот здесь тоже как какая-то ванная. Там. Смотрите. Блин, да. Вообще. Знаю, но вот здесь наша комната. Инструменты. Да, и вот это все. А, с вами был Зацепер. Всем пока.